В Наволоках открылся 12-й областной фестиваль «Театр детям села». Подробнее об этом в нашем следующем репортаже. В 12-й раз дети из самых отдаленных уголков Ивановской области увидят спектакли Кинешемского театра юного зрителя имени народного артиста СССР Льва Викторовича Раскатова. В этом году открыл фестиваль Кинешемский муниципальный район. В Наволокском доме культуры собрались многочисленные зрители. В процедуре открытия фестиваля приняли участие представители Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области, Кинешемского муниципального района и Наволокского городского поселения. Безусловно, такие фестивали очень важны для Ивановской области. Мы уже второй год поддерживаем фестиваль Департаментом культуры, и Департамент образования с нами включился в этот процесс. Очень много детей с радостью смотрят прекрасные спектакли, которые показывает театр юного зрителя из города Кинешмы. И уверены, что он будет очень долго еще шагать по нашей Иванской земле и порадует наших юных зрителей новыми спектаклями и подарит прекрасные встречи с театральным искусством. Конечно, спектакли, которые представляет театр юного зрителя, достаточно профессиональные, артисты играют с большим энтузиазмом, большим интересом, и видно, что они дарят свою душу, дарят свое творчество нашим детям. Дети воспринимают спектакль очень здорово, реагируют на все реплики, и очень приятно, что спектакль интерактивный, то есть дети становятся непосредственными уже участниками действа. Они отвечают на вопросы, вместе с артистами поют, хлопают. И это очень важно сегодня для зрителя. Мы очень рады приветствовать на Кинешемской земле открытие 12-го, которое стало уже традиционным фестиваля «Театр детям села». И хотим отметить важность этого мероприятия, так как далеко не каждый ребенок в сельской местности имеет возможность приобщиться к искусству, увидеть, что такое настоящий театр, послушать профессиональные постановки. Наши работники культурной сферы, взаимодействуя со своими коллегами, которые приезжают, также подчерпывают опыт, улучшают свое мастерство. И мы надеемся, что Кинешемская земля, наш дом культуры, город Наволки, будет площадкой, которая будет традиционно принимать фестивали подобного характера, фестивали народных творческих коллективов. Инициатор фестиваля – фонд культуры «Росы». Фонд проводит большую работу не только в Кинешме и Кинешемском районе, но в Ивановской и соседних областях. В нашей области проекты по профилактике нарушений правил дорожного движения и пожарной безопасности не проходят без спектаклей Кинешемского ТЮЗа имени народного артиста СССР Льва Раскатова, структурного подразделения фонда «Росы». Здравствуйте, ребята! А вы меня узнали? Это я, пес Гоша. Помните, мы еще зайцем Тоши аварию ловили? Вспомнили? Да! Молодцы. Значит, на дороге светофор поставлен строгий. Свет зеленый на пути разрешает нам идти. Помни правила движения, как таблицу умножения. Пусть зайц пишет год. Проект «Театрализация дошкольной и школьной программы» вот уже более 10 лет помогает работе воспитателям детских садов и учителям начальных классов. Спектакли этого театра ждут с нетерпением. Вот и на этот раз ТЮЗ приготовил для ребят спектакль «Верные друзья» по пьесе Владимира Яблокова. Двенадцатый областной фестиваль «Театр детям села» начал свой путь и побывает во всех районах нашей области.